Всех приветствую. Продолжаем путешествие по книге «Великие музеи мира». Смотрим работы художников и их описание. Джордж Ромни, Джейн Максвелл, герцогиня Гордон и ее сын Джордж Маркиз Хартли. 1778 год, холст масла 126/102. Английский живописец и график Джордж Ромни прославился работой в жанре портрет. Он учился у своего отца, помогая ему делать мебель и дорогие предметы интерьера. В 1755 году поступил к художнику Стилю. В начале 1770-х Ромни несколько лет провел в Италии, где изучал античные памятники и картины старых мастеров. После возвращения в Англию он стал, пожалуй, самым известным портретистом своего времени. Художник получал огромное количество заказов. Чтобы справиться с ними, ему пришлось взять учеников и помощников. Картинам Ромни свойственны живописная элегантность, виртуозный рисунок, ясность композиции, благородный колорит, в основе которого довольно часто лежит сочетание красного и белого цветов. Моделями художника становились представители высшего света, члены правящей фамилии, а также известные современники, литераторы и актеры. Герцогиня Гордон, остроумная и амбициозная женщина, была матерью 7 детей. На данном портрете она изображена вместе со своим старшим ребенком. Герцогиня сидит в кресле, облокотившись на небольшой столик. За ней стоит 8-летний Джордж, держащий папку с рисунками, один из них в руке Джей. Это произведение относится к числу лучших работ мастера. Вот такое описание я нашел к работе Джорджа Ромни, Джейн Максвелл, герцогини Гордон и ее сын Джордж, маркиз Хантли в книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.